Хотелось бы вспомнить слова Дмитрия Лихачева о том, что библиотеки важны для общества. Библиотеки – это основы культуры вообще общества. И даже если погибнут институты, университеты, но будут жить хорошо развитые, хорошо организованные библиотеки, то культуру можно восстановить. И здесь, наверное, нужно сказать о том, что современная библиотека – это открытое, новое, комфортное пространство, которое должно дарить гармонию и пробуждение творческого начала для посетителя. Ну и мы, в общем, стараемся, работаем. В первую очередь, обладая неограниченным каким-то ресурсом, я бы, конечно, выбрала ремонт. Но ремонт под руководством профессионального дизайнера, который понимает, который изучил бы все желания, потребности посетителей, который бы подошел к каждой библиотеке адресно, к нашей в частности. Вообще, визуальная составляющая, конечно, очень важна, но необходимо и учитывать то, что визуальная составляющая, она должна быть, идти совместно с каким-то смысловым значением библиотеки. И поэтому, ну, конечно, ремонт – это не самое главное. Но, тем не менее, можно сказать, посмотрев на опыт 4 библиотек в свое время попавших под реформу реконструкции, что количество посещений в библиотеке увеличилось в десятки, если не сказать, что в сотни раз. Увеличилось количество очень хороших, правильных лекций, мероприятий. Но это все, конечно, учитывая то, что в этих библиотеках появились современные комфортные пространства, которые и оборудованы современными какими-то современным оборудованием. И также сейчас понятие третьего места, оно очень важно. И, конечно, не обращать внимания на то, что общество так часто употребляет это слово и это понятие, не дает нам права оставаться в стороне. И мы должны стремиться к тому, чтобы библиотеки были открытыми, комфортными для посетителей, и, в общем, мы для этого и работаем. Поэтому и открываем наши фонды, поэтому и усовершенствуем свою работу, ищем новые какие-то решения. На этот вопрос я бы предпочла ответить, немножко перефразировав его. И мне бы было приятно ответить на вопрос, который бы звучал: а какая аудитория сейчас не ходит в библиотеки? Потому как в нашу библиотеку ходят все. Библиотека – это пространство, которое требует того, чтобы оно было посещаемым. Но в библиотеке, к сожалению, сейчас мало ходят молодежи. А почему они не ходят в библиотеки? Потому что они не хотят ходить в академические библиотеки. Они хотят открытых, комфортных, современных условий, где им хотелось бы развиваться и быть и гармонически, и творчески, и гармонично, и духовно. Но это, конечно, требует от нас того, чтобы мы были и гармоничными, и высокоразвитыми. Наш проект «Молодежный стартап», он и борется за то, чтобы в библиотеку пошла молодежь. И вот за период работы проекта, ну, получается практически 1,5 года, и мы не завершили. Мы надеемся, что он будет развиваться.